Второй день в Сергиевом Посаде идет инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». В этом году ему исполнилось 10 лет. Это уникальная и, пожалуй, единственная площадка в масштабах страны, на которой могут самовыразиться и показать себя ребята с инвалидностью. Ну, во-первых, конечно, самое главное решается проблема – это социализация детей. Все-таки поездка в другой город на поезде, на электричке. Мы сюда до вас долго ехали. Во-вторых, знакомство с другими детьми тоже интересно. В библиотеке Горловского идет мастер-класс для участников фестиваля. Ребята из Кирова, Казани и Сергиева Посада. В зале непривычно тихо. Большинство здесь говорят на жестовом языке. Здесь у нас два мастер-класса, и сейчас в Розаново тоже будут два мастер-класса. Поэтому такая насыщенная, активная жизнь. Часть ребят ушли в музей в Сергиево-Посадский, часть ушла в Лавру. То есть каждый нашел какое-то себе интересное дело. Главное событие фестиваля – гала-концерт – пройдет во дворце Гагарина в это воскресенье в час дня. Дарья Белова приехала из Кировской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она выйдет на сцену с необычным номером. Вместе с другом Яном Дарья покажет фокусы. А что будет за фокус? Интересно, вы посмотрите. Хорошо, спасибо. Секрет. Да, это секрет. На фестиваль приехали ребята из Москвы. Тимур, Надежда и Алиса. Веселой троицей называют они себя. И действительно, с их появлением сразу стало шумно и празднично. Ребят сопровождают две мамы, одна бабушка и няня. Тимур, какую ты песню приготовил для гала-концерта? Надежда, маленький оркестр, концерт когда будет? А кто написал эту песню? Булат Акуджава. Старались. Дети наши готовились, старались. Мне кажется, вообще детям необходимо, не только детям, и нам, родителям, потому что мы ждем этого праздника. Мы очень рады, что мы сюда приехали, и очень волновались, сможем сюда попасть или нет, и сейчас ужасно рады, что мы все вместе. Празднично стало в библиотеке и от живых цветов. Их привезла Мария Селюкова, мама Надежды, незрячей девочки с детским церебральным параличом. Она научит участников фестиваля «Пасхальная радость», а зам флористики. Татьяна Борисова. События.